этой фотографии мы 47 лет назад впервые весь наш класс в Чебоксары приехал. Было 50 лет Всесоюзной пионерской организации «Слет пионеров». А так как мы все пионеры, конечно, мы все приехали. В Чебоксары приехали мы первый раз. Увидели много автобусов, много транспорта, троллейбус. Троллейбус – это для нас было чудо. Мы пришли сюда, все 36 детей, пионеров, памятнику Чапаева. Нам этот памятник показался очень таким великолепным памятником. Для нас это было вот радость, счастье. Наша классная руководительница Клавдия Александровна Рунгаш, она нам сказала, давайте будем фотографироваться с нашими героями. Героем гражданской войны – это Василий Иванович Чапаев и наш герой Советского Союза Федот Орлов. Он был летчиком, я хорошо сейчас до сих пор помню, летчиком. И на самолет ему собрали вся Чувашия. И он во время войны летал на этом самолете. Вот. Изменился город, изменился памятник Чапаева, его реставрировали, он краше стал. Деревья такие большие стали, как и мы же постарели с тех пор. Нам было тогда 13 лет, а сейчас нам 60 уже лет. Чебоксары – это моя жизнь. Вся моя жизнь почти прошла. 17 лет только в деревне, остальное все здесь. Сейчас я многодетная бабушка. У меня такая ответственная работа. Каждый раз, проезжая мимо памятника Чапаева, каждый раз в голову мысль приходит. Здесь мы стояли, все 36 человек. С тех пор, как вот мы приезжали сюда, нам так запомнился этот город. Так нам было все интересно здесь, привлекательно. И, видимо, запал в душу. Чебоксары для нас – это был любимый город. Любовь с первого взгляда и на всю жизнь.